Всем привет, сейчас довольно-таки поздно. Я очень долго не выкладывал видео на свой канал, и вот сегодня я решил задать такой мини-опрос. Ну, значит, я вот сейчас поигрываю во вторую дотку, в связи с тем, что у меня новый компуктер. Это уже довольно-таки долго проходит, но играю мало, конечно. И вот я тут заметил, что есть Легион ТД Реборн. Также я могу поиграть, в принципе, и в первый ЛТД. И вот я задаю опрос. Какие видосики будут лучше? По первому ЛТД? Ну, классическое. Или же вот Legion TD Reborn. Я в него еще не играл, но могу начать играть и, в принципе, разжевать там все его фишечки. Ну, естественно, как лучший игрок. Это, естественно, я про себя. Вот. Или же также позаписывать первый Legion TD, то есть в отличном качестве, с отличным звуком там. Слышно будет даже, как буду пердеть. То есть, если я вот, играл с чуваками, типа, когда на ноуте, не слышно было, когда я пердел. А сейчас, типа, микрофон могу прям в жопе поднести и прям придануть, чтобы направленно там аж уши глохнут. Вот. И еще есть такой вариант, что могу постримить. Что хотел сказать-то? Да, какие-нибудь турниры вот в этом Легионе ТД, может быть, есть. То есть, пишите в комменты, что лучше. Ну, кто еще смотрит, конечно, может, уже все позабыли, кто смотрел. Вот. Как-то так. Здесь что у нас интересного-то? Информация есть. Там все как обычно, 31 волна. Дуэль после 5. Ох, смотрите. Тут есть такая фишка, как дуэль после 5 волн. Это что значит? О, интересно. Ну, короче, здесь, в принципе, много интересного будет. Ну, я могу постримить как и эти ЛТД, так и ТОЛТД, или что-то одно. Короче, свои пожелания пишите в комменты. Все. Всем пока.